Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прядко и Анатолий Петрук. И сегодня мы будем проводить терапию врожденной тендогенной контрактуры фаланговых суставов у теленка. Контрактура характеризуется изменением положения, а также ограничением подвижности суставов, в нашем случае путовых. У теленка мы наблюдаем тендогенную, то есть сухожильную контрактуру. И это результат недоразвития сгибателей пальца, особенно сухожилия глубокого сгибателя и его дополнительной ветви. Из клинических признаков здесь видно неправильное соотношение угла сустава по сравнению с нормой вследствие изменяющегося положения сочленяющихся костей. В качестве терапии применяем ортопедический прием редрессацию. Редрессация – это манипуляция, суть которой – насильственное формирование тканей, а именно растяжение под наркозом или местным обезболиванием укороченных тканей с последующим наложением и мобилизирующей повязки. Для седации используем ксилозин внутривенно в дозе 0,4 мл на голову. Для операции нам нужен бинт, шины, гипс, теплая вода и вата. После расслабления теленка проводим растяжение тканей сустава. Растяжение следует производить плавно, чтобы не вызвать разрыва тканей. Далее бинтуем конечности и налаживаем шины. После этого налаживаем гипсовый бинт. Бинт снимаем через 3-4 недели. Во время ношения бинта помогаем теленку вставать. В клетке не жалеем соломы, создавая ему мягкое ложе, чтобы профилактировать пролежни и артриты.